Представители СМИ, уважаемый председатель коллеги, завершилось очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Мы обсудили ряд важных вопросов повестки дня нашего интеграционного объединения. Во-первых, Высший Евразийский экономический совет одобрил кандидатуру Михаила Владимировича Мясниковича на посту председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. Как известно, срок полномочий Тиграна Сулейменовича Саркисяна истекает 1 февраля 2020 года. И на этом посту его заменит господин Мясникович, который до этого занимал ряд высших руководящих постов, включая пост премьер-министра и председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси. Был также утвержден новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии. Я поздравляю Михаила Владимировича Мясниковича и всех членов коллегии с назначением. Уверен, что они внесут свой посильный вклад в дальнейшее повышение эффективности деятельности комиссии и нашего союза в целом. Кроме того, мы обсудили несколько принципиальных вопросов стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года. Подписали соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза, что является значительным прогрессом в процессе создания условий для эффективного функционирования единого рынка трудовых ресурсов. Мы также рассмотрели вопрос о ходе работы устранения государствами и членами ЕАЭС барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка Союза. Считаем необходимым продолжить совместные усилия по устранению все еще существующих барьеров и созданию механизмов, предотвращающих возникновение новых барьеров. Приняли еще и распоряжение о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза. Сегодняшнее заседание было знаменательным еще и тем, что оно было последним заседанием при председательстве Армении. У нас была возможность подытожить прошедший год и поговорить о результатах, достигнутых при председательстве Армении. Очевидно, что председательство Армении было весьма продуктивным в плане расширения внешних экономических связей Союза. Как известно, вступили в силу соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном. Были подписаны соглашения о свободной торговле с Сингапуром и Сербией, а также соглашение об обмене таможенных информацией с Китаем. В октябре этого года в Ереване была заложена традиция проведения Евразийского экономического форума. Подобные мероприятия впредь будут ежегодно проводиться в председательствующей стране. Был принят ряд решений, способствующих совершенствованию институтов интеграции и углублению сотрудничества между нашими странами. Был одобрен международный договор по формированию общего электроэнергетического рынка Союза. Была утверждена концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Был дан старт первому цифровому проекту Евразийской сети и достигнут прогресс по созданию общего рынка ювелирных изделий. И, наконец, сегодня Армения выступает с инициативой, предложив каждой из наших стран осуществлять кураторство одного из крупных интеграционных проектов.
Мы выразили готовность координировать реализацию программы формирования ювелирного бренда Евразийского союза. В завершение хочу отметить, что в 2020 году председательство в Союзе переходит к Республике Беларусь. В этой связи хочу поздравить Александра Григорьевича Лукашенко и пожелать нашим белорусским коллегам успехов в этой важной миссии. Сейчас передаю слово председателю коллегии господину Саркисяну. И до этого хочу его поблагодарить за деятельность на посту председателя коллегии Евразийской экономической комиссии и пожелать всего наилучшего. Спасибо, Тигран Сулейманович. Уважаемый Никол Бабаевич, уважаемые коллеги, я тоже хочу...